Продается двухкомнатная квартира в Оренбурге по улице Герцена, 47. Звонить 22-73-07. Аренда в ТК «Причал», проезд Северный, 12. Телефоны 23-70-70, 27-52-87. Продается рев-контейнер 40 футов в рабочем состоянии. Телефон 8-905-849-02-37. Ремонт стиральных машин. Запчасти. Телефон 60-60-80. Просьба вернуть за вознаграждение документы на имя Озерова. Звонить по телефону 8-903-365-99-89. Требуется помощник по хозяйству с проживанием на территории работодателя, желательно пенсионера с села. Уход за животными, уборка территории. Зарплата 3000 рублей в месяц. Телефон 90-24-24. В офис на проспекте Гагарина требуется уборщица на 3 часа с 9 до 12 часов. Обращаться по телефону 66-06-06. В клининговую компанию требуется менеджер объекта. Звонить 30 20 10. Требуется банщик. Телефон 92 47 35. В организацию требуется бухгалтер-кассир, уборщица. Оформление по Трудовому кодексу. Телефон 91 45 45. Требуются фасовщики. Звонить 202 803. Требуются штукатуры, разнорабочие, телефон 93-54-60. Требуется помощник по хозяйству с проживанием, телефон 92-77-50. Требуются лицензированные охранники, телефон 938-077. Требуется повар-универсал, звонить 27-23-29. Требуется водитель на развоз продуктов по городу. Телефон 28-27-03. Требуются лицензированные охранники. Телефон 8-912-352-98-92. На продуктовый склад требуется грузчик-комплектовщик. Зарплата 16 тысяч рублей. Телефон 300-203. В магазин «Мол Армада» требуются уборщицы. Звонить 30 20 10. Требуется бригада монолитчиков. Телефон 8-922-850-60-70. Требуются продавцы колбасных изделий. Звонить 8-922-544-20-46. На склад требуются кладовщики, грузчики-комплектовщики и водитель погрузчика с опытом работы. Официальное трудоустройство. Телефоны 54-03-00-8-912-345-71-61. Требуются повара, пекари-кондитеры. Телефон 90-84-60. Требуются автомойщики. Звонить 28-65-75. Требуется электромонтер. Телефон 30-59-58. Требуются лицензированные охранники. Звонить 8-961-918-21-10 или 225-007. Требуется водитель-грузчик с санитарной книжкой. Звонить 8-987-876-26-73. В пищевой производственный цех требуется сотрудник с санитарной книжкой. Звонить 8-987-876-26-73. Требуется пекарь-кондитер, продавец на ярмарку. Звонить 8-987-876-26-73. Требуется оператор на экскаватор-погрузчик GCB. Телефон 428-007.
требуется помощник повара. Звонить 27-08-04. В производственную организацию требуется электромонтер, аттестованная группа допуска не ниже третьей, опыт работы, инженер-проектировщик ПГС, высшее образование, знания нанокат, автокат, опыт работы, станочник деревообрабатывающих станков, документ о профильном образовании, опыт работы. Звонить в рабочее время по телефонам 30 62 54 30 62 53. Требуются рабочие в цех по изготовлению стеклопакетов. Телефон 99-04-16. В салон парикмахерскую требуется маникюрный мастер. Звонить 96-86-12. Завхоз 37 тысяч рублей. Администратор 24 тысячи рублей. Телефон 46-68-97. Руководитель по персоналу 35 тысяч рублей, штат 50 человек. Звонить 59-49-40. Замруководителя 40 тысяч рублей. Бухгалтер 28 тысяч рублей. Телефон 69-54-01. Три сотрудника в офис от 23 тысяч рублей. Звонить 60-27-38. Зам главного бухгалтера – 34 тысячи рублей. Администратор в офис – 24 тысячи рублей. Звонить 55-38-08. Банковские сотрудники – 25 тысяч рублей. Телефон 92-08-63. Опытный снабженец – 38 тысяч рублей. Телефон 46-36-10. Кадровик. Можно без опыта. 18 тысяч рублей. Телефон 60-65-27. Замдиректора с техобразованием 40 тысяч рублей. Звонить 60-41-06. Сотрудник с опытом работы товароведом. 25 тысяч рублей. Телефон 46-36-10. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.